Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем играть в Обливиан. Мы находимся, как ни странно, в Обливиане. То есть мы попали в местный параллельный план, где находятся демоны. Каким-то образом они нашли способ проникать в наше измерение, поэтому в городе Квотч серьезные проблемы. Это вторая серия из нового цикла, и мы постепенно вспоминаем, как здесь что устроено. Для начала нам нужно спасти выживших, которые оказались здесь. Несколько солдат прорвались сюда, но попали в засаду. Они содержатся в одной из этих башен. Туда нам и нужно идти. И по-любому нужно как-то устранить этот разрыв. Потому что Мартин, которого мы ищем... А Мартин, напомню, это бастард императора. И единственный его наследник, оставшийся в живых. Ой-ой-ой, это я, по-моему, зря сделал. Спокойно. Хороший навык стрельбы нас спасает. Видишь, он просто вырубился. Короче, Мартин никуда не пойдет, пока не убедится, что с его городом все в порядке. Ой, какой ты страшный. Так, ну ладно. Мои стрелы. И это дейдрот какой-то. Понятно. Страшноватый ты, дейдрот. Ну, по сути, просто... Ох, какая пакость. Крокодилище. Ладно. В эту сторону идти смысла особого нет. Знаете, что меня печалит больше всего? То, что у меня 24 стрелы. Это очень мало. Взять мне их неоткуда, потому что город, в котором мы пришли, закупиться у нас там не получилось бы, потому что... Продавцы все мертвые. Дейдрический язык, непонятно, что написано. Блин, здесь по-настоящему жутко. Это что такое? Это живое? Оно шатается, смотри, оно двигается. Тихо. Это паук? Ненавижу пауков. Ты посмотри на это чудище. Это ж сволочи. Подожди, как так? Так, еще бы в лаву не наступить. Что за день? Просто пришел в город найти человека. В итоге в аду убиваю пауков. Отлично. Так, ну что, приступим. Ой, какая пакость. А, какая пакость. Давай, 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 давай. Ой, мелочь. Так, хорошо. 14 стрел. О, пакость, смотри, какие-то коконы. Но вообще не в эту сторону, я просто... Мне же интересно, что здесь... Как я уйду, не посмотрев. И в принципе, несмотря на то, что враги довольно сложные, они все вполне себе убиваемые. Такого, чтобы прям там хардкор какой-то, как в последних сериях первого сезона, такого тут нет. Там, помните, на вампиров нарвались, глушили с одного удара. Дейдропаук. Шелк. Яд. Круто. Так, ну я, наверное, могу добраться, но есть ли в этом какой-то смысл? Да никакого вообще. Вообще это похоже на стену со словом силы, да? Но наш герой не Довокин, поэтому по-любому не прочтет. Так, хорошо. Двигаемся в другую сторону. Давай, попкопушка, вытягивай. Я понимаю, стрел мало, но мы справимся. Скоро на железный придется перейти, а железный — это вообще позор просто. Не просто позор, это пазор. Эти огромные врата, я не думаю, что я смогу пройти. Поэтому пойдем налево сейчас.
Есть мнение, что все эти демоны, они так... Они напали на Коч не ради того, чтобы убить всех человеков, а ради того, чтобы как раз-таки поймать и захватить Мартина. Кровавая трава. Жутко. Так, ну что, сюда или туда? Там, по-моему, сундук. Круто, да? Не выглядит, конечно, вообще. Внушает. Как и все в этой игре, по сути. О, нет, там просто еще один труп. А нет, это даже не труп. Ой-ой, не падай. Что-то у меня ощущение, что я тут надолго, потому что, блин, посмотрите просто на размеры всего этого. И все такое вот явно чужое, это напоминает изнанку мира из игры Soul River Legacy of Kain. Там наш герой Разиэль мог перемещаться между двумя мирами, обычным и сумрачным, ну типа сумрака из Ночного Дозора. Там как раз выглядело все вот настолько плохо. Так, ну хорошо. Не вставай! Чисто. Это труп. Вот за эти штуки, я думаю, я получу много денежков. Штуки редкие. Капец, ненавижу пауков. Ох, какая... О, пакость. Так, ладно. Горячо тут, пипец просто. Жара. Ой, блин, гром пугает это. Очень эффективно распоряжаюсь оставшимися стрелами. Пытаюсь срезать труп, потому что такого никто не заслуживает. Еще один кокон. Я тот кокон, кстати, не проверил. Но это в моем духе. И среди прочего я хочу отметить, что это вторая серия, которую я записываю сегодня. И сейчас время уже где-то, наверное, час. Время час, суббота, и я очень уставший, потому что сегодня мы... Там человек, смотри. Сегодня мы делали стяжку полов. Тот, кто хоть раз этим занимался, тот меня поймет. Я просто убитый. Поэтому если буду втыкать, то уж простите. Играю в свободное время. Я его в последнее время, как вы знаете, не очень много. Я просто ровно настолько же, насколько и вы, соскучился по этой игре. Мне постоянно пишут, то есть скажи, что лучше, Скарим или Обливиан. Не скажу. Они обе хорошие. И обе со временем надоедают очень сильно. А потом месяцок им дашь, и они просто играют новыми красками. Так, вот сейчас я чувствую в довольно безопасном месте. Он меня, если что, не сможет задеть, да? То он не пытается, ему норм, он лежит. Да, этот мир как будто специально создан
под Попкопа. Потому что враги просто не приспособлены к тому, чтобы их убивали стелса. То есть они тут... Ой, как мы нехорошо, смотри. Они здесь представляют серьезную угрозу для воина, скажем, для мага. Гори, тварь. Для такого скрытного и ловкого персонажа это просто пушечное мясо. Ну, пока стрелы есть, конечно. Скоро это все закончится, и мы начнем получать... Что это? Мясистый кокон. Огненная соль, камни душ, заполненные рубин. Неплохо. Скорость уменьшается. Стрванулся чем-то. Ладно, сейчас пройдет. Это от растений, похоже, идет спиддал. Ладно. Так, хорошо. Вот чаще сохраняться. Кто? Не понял. А, вон. Что, норм? А, опять эта пакость. Что ж такое? Давай, тупень. Ну? Блин. Стрелы тебя переводить неохота. Все, готов. Отлично. Да, блин. Че не так? Кто? Откуда? Мне показалось, или... А! Понял. Так, хорошо. Ты посмотри, какая пакость. Коварство какое, вероломство. Это же просто неспортивно. Дерущиеся растения. Такой заманухи я не ожидал. Так, где ты тут? Аучий. О, пакость. Ты посмотри на него. О. Сейчас твоя бошка расколотится об эти камни. Погонь. Ой. Ой-ой. Да, кто первый сдохнет? Ты или я? Спокойно. Так, не лечись особо. Все, стрел нет. Круто. Теперь будем пользоваться серебряными. Она, конечно, получше, но и пореже. Жалко такими стрелять. Так, тихо, кто-то крадется. Еще один этот урод. Смотри, живой. Да, япона, мать. О, как меня свинтили. Нормально. Так, хорошо. Во все бои не вступаем. Патронов не так много. Патронов, говорю. Стрел. Так, хорошо. Но нам по-любому туда, поэтому... Подожди, куда нам...
не совсем понятно, но куда-то вот сюда. Ой-ой-ой. Он на упреждение стрелял, представляете? Что за народ? Ай, стрела, блин. Дорогущая стрела, нам надо найти-то. Да дохнет уже, ну. Фу, блин, совсем плохо все, совсем плохо. Так, где-то здесь моя стрела. Скорее всего, я ее не увижу. Ну, в принципе, одна стрела. Одного волчья. Ах, это что ж такое? Тут все пытается меня убить просто. Мы отсюда не выберемся. Мы тут и умрем. Будь проклят, император. Будь проклят, Мартин. Зачем я сюда пошел? Это что такое? Мины, что ли, какие-то? Смотри, FIFA стоит. Дору, ты, говорит, посмотри, какая FIFA. Ты тоже магию стрелять, что ли? Так, ну что, алчущий, где? Офигеть просто. Мне определенно нравится такая штука. Где можно купить? Можно? Так, продолжаем. Игра у меня упала, что, в принципе, для нее не совсем редкость, потому что это все-таки Обливион. Обливион — это практически арма. Арма — это один сплошной баг. Короче, здесь что-то примерно похожее. Но вот эти штуки, они... Их можно собрать как-нибудь? Интересно. Да нет, навряд. А, смотри. Блин, я заберу свою стрелу. По-любому. Да япона мать, да откуда вы... Ага, на опережение, на упреждение стреляет. Мы тоже умеем. О, хорошо, нравится? До свидания. Так, моя стрела, сохранимся. Ой, ты посмотри, кто идет. Малим, 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 малим. Почему указатель мне постоянно показывает куда-то в непонятное место? Блин, звучит так, непонятное место. В общем, указывает мне в непонятном направлении. Куда мне идти? Что я тут вообще делаю? Мне нужно в одной из этих башен, я так понимаю. Так, давай мои стрелы. Вообще, пора бы уже какой-то домик себе... мире, потому что в Скайриме у нас был, там мы неплохо складывали свои вещи, а здесь как-то не сложилось пока. По сути, наш герой, он такой кочевой. Ну что, сюда, что ли? Шо, стрелы нам всегда хорошо. Кто это? О, это же эта тварь. Блин, я... Вот я попал. Давайте попробуем ближний бой, потому что терять нам все равно нечего.
То есть мы убьем ее, конечно, но это будет очень геморройно. А так мы хотя бы попробуем. У нас, в принципе, стелс неплохо прокачан. Я думаю, может что-то и получится. Ага, стелс. Конечно. Так, иди сюда. Это не самая приятная штука, я вам скажу. Ой, так она не одна еще. Ну, это край уже, да? Упал просто. Свинтили. Так, хорошо. Да, блин, потерял кнопки нужны. Я бегать не могу. Не могу бегать. Так, хорошо. Все будет как надо. Так, окей, приступим. Еще лечение. Еще. Да, блин, я ненавижу эту штуку. Короче, ближний бой он возможен, но очень печален по сути своей. Так, отлично, она меня просто настучала в табло. Хотя, если взять вместо клинка горе, скажем, короткий меч слабости. Хотя он даже, ну, ладно. Меня убьют сейчас, короче. Да, блин, она просто уже запарилась с этой штукой. Это не круто. И она совершенно не хочет дохнуть. Так, что бы мне такое... меня уже не лезет зелье. Да свали ты, япона мать. Смотри, какая пакость. Так, мы... вот этим все-таки получше получается. Сдохнешь, нет? Ух, какая ты, блин. Фу, вот это вот была пакостная дама. Да вы издеваетесь. Иди домой. Дейдропаук. Это была обычная Дейдропаук. Мне не понравилось. Ох, настрадался. Да вы издеваетесь просто. Просто издеваетесь. Ох, капец, подо что я подписался? Зачем? Зачем вообще? Пусть бы подыхал там в своей церкви, но елки-палки. Сам говорит, главное, я побуду тут. Ты иди там и удостоверься, что все, ключ в безопасности. Конечно. Столько потратили стрел, что просто пипец. Ну, ладно. Это что? Чтоги разлуки. Звучит. Хорошо. Это то есть... получается. Так, извините, one moment. Что я тут делаю? А, ну мне сюда по сути и надо. Что? Сигилум сангвис.
Нет, нам нужно сюда. Я просто, будь у меня побольше стрел, я бы начал это все осматривать, а так, ну его нафиг. Я просто хочу выбраться отсюда. Мне плохо, меня тут бьют. Кто? Где? Как? Ты издеваешься просто. Просто издеваешься. Оп. А, нравится? Пинай его, пока он не встал. Какой ты страшный. У меня что-то заглючило с управлением, и он все стрелы выпустил без моего ведома. Офигеть. Да. Ты еще живой, что ли? Так, хорошо. Нафиг. Валим. Я тут умру. Я тут просто... Блин. Короче, следующая серия, я так понимаю, будет полна боли. Просто... Боли будет гигантское количество. Ой, я не знаю, это башня. Эта башня просто даст нам прикурить. Но пока что это все. В принципе, необычное и крайне интересное место. Мне очень понравилось. Тут даже трава тебя пытается убить разнообразными способами. Но я думаю, мы справились, как справлялись миллион раз до этого. Так что увидимся в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока.